За месяц представители общественной палаты и депутаты городского совета Ивантеевки проверили 11 магазинов. Просроченной продукции стало меньше в 5 магнитах, в Пятерочке, Верном и в 4 магазинах Дикси. Здесь у вас должна быть маркировка, дата изготовления. У вас здесь ее нет. Сегодня снова за час набралась целая тележка продовольствия, имя которому – пищевые отходы, но никак не продукты питания. Переживший срок годности товар обязательно хоть на одной полке да отыщется, чаще не на одной. Данный рейд, в котором мы участвуем, проводится в рамках партийного проекта «Народный контроль». Информирование граждан о потребительской ситуации в городе, в том числе в сетевых магазинах, очень важная составляющая этого проекта. Ту халатность, которую допускают, ну, может быть, небольшую, но магазины нужно все-таки снижать, и факты обнаружения просрочек должны двигаться к нулю. В Дикси у платформы «Ивантеевка» списали 19 наименований продуктов на общую сумму почти 2000 рублей. К поискам негодных товаров недавно присоединился молодежный парламент города. Я присоединился к рейду буквально на прошлой неделе. И мы вышли на этот мониторинг для того, чтобы в магазинах убрать этот просроченный товар, для того, чтобы жители нашего города ни в коем случае не обманывали, и чтобы таких инцидентов больше не было. Мерчендайзеры, выставляя продукты по акции, потом, как правило, умышленно или случайно, забывают проверить их срок годности. Поэтому, если вы не обратили внимания на дату изготовления и просроченный товар оказался у вас в пакете, помните, вы имеете право его вернуть, даже если чек не сохранился. Нужен свидетель или можно затребовать запись с камер. На вашей стороне всегда будет закон о защите прав потребителей. В нем сказано, в случае обнаружения в товаре недостатков, потребитель имеет право требовать замены товара этой же марки или возврата денег.